За справу. У регіоні проходить працовная акция Белорусского республиканского союза молоді. Активисты громадского объединения наводят порядок у парках, скверах, местах отпочинку и уздовж береговых линий. Волонтеры прибирают смети и очищают территории от листья. Первый працовный десант начал работу на территории Аллеи Героев. Свою працу они примерковали до 17-го дня народжения БРСМ. У нас в этом году исполняется БРСМ 17 лет, поэтому у нас под хэштегом 17 лет вместе мы проводим в течение уже 2 недель различные акции. Это и открытые диалоги, и акции в союз с друзьями, в рамках которых мы принимаем новых членов в наши ряды. Ну а сегодня мы собрались именно в Аллее Героев, так как это, наверное, самое знаменательное у нас место в Гомеле, одно из самых знаменательных. Очень хорошее место, о котором тебе нужно следить, чтобы здесь была чистота, порядок. Взялись добровольно помочь нашему университету и нашему лицею убрать территорию. Зовем всех помогать, становиться волонтерами, это весело, круто.